К другим новостям в мире. Гуманитарная помощь для пострадавших от урагана Хелена прибыла в американский штат Северная Каролина. 45 тысяч килограммов груза доставили по воздуху. Об этом сообщается на сайте Минобороны страны. Это преимущественное продовольствие, предметы первой необходимости, медикаменты, топливо, а также 100 спутников Starlink. Кроме того, в зону бедствия прибыли 6700 военнослужащих. Они восстанавливают электро- и водоснабжение в городах, проводят поисково-спасательные работы, а также помогают в расчистке завалов. Отмечу, Хелен обрушился на юго-восток страны. 26 сентября пострадали жители 6 штатов. От удара стихии погиб 221 человек. На ликвидацию последствий урагана понадобится не один год, заявили в правительстве.